Почему у министра здравоохранения зарплата 50 тысяч леев, а у хирурга, который делает по 5 операций в день, всего 15? Таким вопросом задалась судья Виктория Сандуцина на своей странице в Facebook. Ее пост набрал огромное количество лайков и комментариев. Но глава Минздрава Алла Немиренко при этом воздержалась от ответа. В своем посте Виктория Сандуцы дала понять, что вопросом о справедливых зарплатах задаются многие врачи. Поэтому судья обратилась к министру здравоохранения и другим ответственным лицам. Как вы думаете, бригада хирургов, которые делают по 5 операций в день, 4 запланированные и 1 срочную, которая спасает людей от смерти, делает более или менее ответственную работу, чем министр? Предполагая, что в ответ ей скажут, что обе должности одинаково ответственны, судья продолжает вопрошать, почему у министра зарплата 50 тысяч лей в месяц, а у хирурга 15. И она же добавляет, что в случае, если труд хирурга, который спасает чужие жизни, считается более ответственным, чем работа министра, такая разница в зарплатах еще более непонятна. В итоге судья Виктория Сандуца делает вывод. Если вы считаете, что работа министра более ответственна, чем работа хирурга, тогда продолжайте заниматься тем, что делаете раньше, а именно ничем. Все хорошо. Аплодисменты и сердечки министрам. В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что в нашей стране врачам платят плохо, а это заставляет их уезжать за границу в поисках лучшей жизни. У меня есть 2 друга-врача, которые в этом году уехали за границу. Один семейный врач, другой педиатр, пишет Кириллов Анатол. Точно такой же вопрос я задал на встрече с властями. Из меня сделали дуру дурой, что я понятия не имею, что значит управлять государственным учреждением, сколько там труда и ответственности. Нельзя сравнивать хирургическую операцию, которая длится 14-16 часов, и подписание приказа о закрытии какого-либо родильного отделения, пишет пользователь Мария Робей. С математической точки зрения один министр приносит больше дохода государству. Например, Немиренко делает все возможное, чтобы люди с плохим здоровьем как можно быстрее отправлялись к Отцу Небесному и сэкономили бюджетные деньги. У врачей же другое занятие – продлевать жизни, а значит и бюджетные расходы. В итоге, чем лучше делают врачи, тем дольше живут пациенты. И наоборот, хорошие врачи уходят – уже понятно. Пишет «Американо-американо». Мы обратились за ответной реакцией в Министерство здравоохранения, но пресс-секретарь учреждения Анжела Константаки ответила нам по телефону, что не станет комментировать пост судьи Виктории Сандуцы.